Да. Сегодня мы снимем в парке не переворот, а такой. Вот заправили руку и пошли его сюда сбиваем. Он выставляет ногу. На локоть выставил. Вот, он выставил вот эту вот ногу. Вот он ногу выставил. Да? Вот. Забираем эту ногу, весь центр тяжести сюда переносим, забираем руку сюда. Забрали руку сюда и пошел вперед. С другого ракурса. Вот мы его сбиваем вперед, да? Он выставил ногу. Вот эту вот ногу выставил, да? Вот мы заправляем, и здесь центр тяжести переносится вот сюда. Забрали руку вот здесь. И эта нога толчком сбиваем его вперед. Здесь есть возможность отключить его сюда. Мы его отключаем и постепенно делаем 2 балла. Да? Все. Постепенно делаем здесь 2 балла. Ну, естественно, мы здесь потихонечку, не торопясь, переходим, постараемся его положить на лопатки. Но если противник оказывает сопротивление, и тогда мы отключаем руку. Когда мы отключаем руку, он. Вот, пошли. Вот, заправили ногу. Отключаем руку, и он физически сильный, да, руку не отдает. Вот мы тянем, он руку не отдает. Здесь, вот эта нога толчковая. Пошли его движение, вот раз. И переворачиваем на 2 балла его. Примерно такой же переворот можно осуществить, когда противник зашел. Сделал проход в ноги. Мы его остановили. И заходим на балу сюда. Раз. Он эту руку начинает тянуть. Вот. Эту его ошибку надо использовать. Когда он туда тянет, зашагиваем за его ногу и вот сюда переворачиваем. И здесь сразу можно сесть на обратный. И перевернуть его обратно сюда. Обратно перевернуть сюда. Еще раз. Вот, противник сделал проход в ноги. Раз. Раз, мы его остановили здесь и зашли вот сюда, да? Вот. Естественно, здесь мы должны его натянуть ногу, его, чтобы расплющить вперед. Но иногда некоторые в борьбе начинают хватать эту руку, им кажется, что они тут могут перевернуть. Это его ошибка. Опять же, его ошибку мы используем против него. Вот через эту ногу мы перешагиваем здесь. Вот, перешагиваем здесь и... переворот сюда. Здесь можно сесть на обратно. Еще раз этого захвата можно его перевернуть сюда. Вот здесь в чем вот ногу заправил. Здесь самое важное, что центр тяжести перевести вот сюда. Если центр тяжести будет вот здесь, он выбивает мою ногу и атакует, и я тут проигрываю. Вот. Вот очень такой ключевой момент, когда мы вот эту вот ногу заправляем эту ногу, вот, да? Вот центр тяжести переместить сюда, и вот где-то охота вот за этой рукой, вот подтягиваем эту руку, эта нога отталкивается вперед, вот. Вот мы его размазываем сюда, здесь идет сюда движение, да? Сюда. А если он сюда не идет, если он эту руку тянет вниз и забираем его кисть отсюда забираем сюда, и идет движение. Нет, я его здесь переворачиваю. Ты сюда не переворачивайся, Артем. Сюда не переворачивайся. Повернись в другую сторону. Вот. Он не хочет на обратный идти, правильно? Вот сюда идет ближний завод. Это примерно из одной серии. Примерно из одной серии перевороты эти, да? Вот. Если противник лежит в партере, мы берем на накат. Раз. И вот здесь вот забрали. Отключили его ногу. Он развернулся сюда. Чтобы его не перевернули, да? Развернулся сюда. Вот, здесь то же самое, забираем его руку, вот сюда, перехватываем здесь, движение на него, перетаскиваем его сюда.
Ну что, еще добавим сюда пару элементов. Вот еще вариант. Вот, контролируем противника отсюда. Ногу прижимаем плотно сюда. Сбиваем его вперед и катим. Он сюда катит. Он, если не хочет, чтобы два балла на два балла накатили, разворачивается в другую сторону. Вот он. Мы перехватываем сюда, не низко, а вот сюда выходим. И отсюда переворачиваем его к себе. Еще раз. И это же прием, к этому же приему мы приходим со стойки. Со стойки. Вот я сделал, допустим, проход. Раз сюда. Вытянул себе ногу. Вот. Ногу к себе вытянул. Тут плотно контролируем его и прижимаем плотно здесь. Да? Вот. Здесь. Два балла сюда. Он уходит. Он уходит. И вот здесь вот выше отключаем. Вот. Ногу закинули. Вот. Как можно выше. И здесь не отсюда, а именно вот сюда растянем, чтобы был рычаг длиннее. Мы его забираем за подбородок и переворачиваем. Все, спасибо.